Hello, everybody! Меня зовут Честер, и мы продолжаем играть в игру под названием Амнезия. Призраки прошлого. Вперед, камера переработки. После трех британских терапевтов. Тут довольно темно, нужно пойти. Ой, турницы закончились, значит нужно бежать. Темновато здесь. Да-да. Да, и на то есть причина. Но ты уже можешь зажечь фонарь, если хочешь. Зажег. А что за причина? Почему темно? Держись поближе, не отходи в сторону. В чем причина? Зачем тут такая темень? Будь внимателен, Даниил. Иди прямо и не делай ни шага в сторону. Тихо, там чудовище! Мы еще и теряем рассудок. Фонарь закончился. Твою мать. Нужно искать турницу. Нет. 22 июня, 1839 год. Прошло больше месяца с тех пор, как я последний раз писал в дневник. После того, что случилось в гробнице, профессор попросил меня вернуться в Англию. Сказал, что не хочет рисковать всей экспедицией, если мне вдруг станет хуже. Оказалось, что он зря беспокоился. Но я рад, что все так вышло. Сегодня утром я нашел свой дневник среди экспонатов, которые привез из Африки. Там же лежала и разбитая сфера, обернутая тканью. Я попытался собрать ее, но не смог. Части не подходили друг к другу, словно были от разных сфер. Может, мне все почудилось тогда? Может, эта сфера никогда не была целой? Твою мать! Ноги порезы. Что значит три точки? Турница, мать твою! Да поджигайся! Во-во-во, восстанавливаем рассудок. Закроем все нахрен. Вот так. Блин, главный герой с икона, а я нет. Это как-то неправильно. Теперь понимаю, почему в Амнезии отказались от всякой-то фигни. Ну, то есть в этой A Machine for Pig, от всякой фигни, типа помутнение рассудка и бла-бла-бла. Опять рассудок. Давай, вот тебе свеча. Давай на стол залезем, что ли. Бутылочки поперелажу. Восстанавливай рассудок. Так, если что, у меня есть стул. Так, мы теперь из комнаты в комнату зажигаем свет. Если, конечно, турницы будут в каждой комнате. Мухи? Так. Смотрим, что мы можем здесь найти. Что это? А, это стул перевернутый. То есть стол перевернутый. Вот так. Вспоминание, дверь, ведущая в западную комнату, заблокирована. Найдите другой проход. Ай! Я наступил в какую-то бяку. Вот тебе факел! Идем.
Какой-то механизм. Люк слишком тяжелый, чтобы руками его, короче, не поднять. А вон чего можно поднять. Застряло, мешает ротом рукоятки поворачиваться. Веревка не открыт люк. Что-то мешает повороту блок. Что-то мешает. Тут не хватает веревки. Так, что у нас здесь? Там кто-то плачет. Надо искать турницу, зажечь. Просто здесь разобрать, что здесь есть. О, вот и турница. Так, ага, вот. Теперь у нас все получится. Отлично. Спускаемся вниз. Тихо, тихо, эти мозги кусаются. Или что это вообще такое? Кусючие мозги. Вот они, здесь, здесь. Так, подвальный архив. Поставим на пол. Так, ну вот, загрузилось. Потому что смысл... Я говорю, оно не... По колено в воде. Тут что-то гонится. Так, 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 так. Нужно сделать зуб потише. Вот так. Что-то там в воде есть. Опа, кости. Кости. Вот оно! Надеюсь, не укусит? Нет. Ага, значит, главное не ступать в воду. Эть. Ага. Не хватает мне. Какой-то платформер пошел. Массивные ворота. Ворота слишком тяжелые. Должен быть механизм, который открывает их. Должен быть. А может, это то и есть, но это надо на время это все делать. Вау. Поиграйся черепом. Так, мы немножко полечились. Опиум. Теперь я что-то вижу. Что это? Там что-то есть или нет? Возвращаюсь обратно.
Тихо-тихо. Вот, да, и правда. Раз, два, три. Жопу подотри! Я успел! Я думаю, успел! Фух! Оно прям вот здесь! Фух! Ага! Остановим немножко рассудок. Так. Я не знаю. Ага, туда. Ой. Так, значит понятно. Телами нужно кормить. Накормить его. На. Жри это говно. Крути. Как хитро. Давай. А ну что, ждет что ли? Так, а теперь же проверим. Хрен его знает. Без ключа не войти. Но она тоже сюда не войдет. Поднята игла. Только не говорите, что мне и придется сейчас искать ключ. Так. А вон он. Твою мать, добаловался. А не хочешь подойти и сломать эти двери? Что же делать? Так.
хуй тебе, ты меня не съешь! Так, так, так. Так, так, думай, где может быть ключ? Я пока на паузу поставлю, поищу ключ. Ребят, я в общем это, яркость поднял и увидел, знаете что на потолке? Свиньи-пай! И не одного, аж два, свиньи-пай, вот. Яркость я уберу, как только я разберусь с этим. Возможно, нужно кинуть... А, она даже меня один раз укусила. Нет, не получилось. Ай! Вон еще один. Да. Да, ай! Убило меня. Первый раз я тут умер. Мертвая плоть может стать приманкой. Да я точно понял, что приманка мертвой плоти, но мне ж нужен ключ. Ключ, ключ. А как его достать, я не понимаю пока, так что опять нажму на паузу. Ребята, сейчас хожу в воде, а чудовище куда-то пропало. Реально. Но ключ я по-прежнему еще не нашел. Так, ищем дальше. Ребят, прикиньте, дверь открывается иглой. Класс! Дверь закрыта, но без ключа не открыть. Вот так мне игра пишет. Ну, в общем, я сейчас поправлю яркость, так что мы ее убавляем. Я понимаю, что так лучше видно, но для атмосферки нужно яркость по дефолту поставить, так что через мгновение вы увидите мрак. Мрак. Ну вот и мрак. Кто мог подумать, что хирургической иглой нужно открывать дверь. Так, ну и продолжается наше приключение. Да, а я вообще не подумал, что можно этой иглой открыть. Я думал, игла... Поймать. А, кстати, чудовище пропало, мне кажется, я знаю почему. Где-то там два раза или три раза умер, и оно пропало вообще. Искал долбанный ключ. Я думал, может, в свиньи-паях они есть. А оказалось, нет. Их там нет. Run for your life. Беги. Только бег. Да. Да ладно. Я к Тайтон Холл поигрываю. Меня этим не удивишь. Опа. Корпус лаком покрыт. Ну окей, мы продолжаем. Мы избежали от чудовища подводного. Или надводного, потому что она ходит по воде, короче, так. Что у нас тут? А тут у нас лепота. Ага, туда нас зовут. Окей. Воу. Фу ты, я думал, кто-то мертвый. Это такие... Такая статуя. Ноги. Можно пошлепать по воде. Отшлепаем воду. Какой-то кто? Не, это не... Смотрите, лицо какое-то уебищное. Ой, как здесь красиво. Ну что, ребят, давайте на этом закончим. Вот такая вот у нас серия получилась. С поиском ключа и все такое. В общем, всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии и лайки.
Пока, кушки. До четвертой серии. Пока.